Наталья Вячеславовна, остается ли шанс сменить власть в России путем выборов? Ну, остается шанс немножко подвинуть Единую Россию путем выборов и немножко создать предпосылки для мирного перехода или, по крайней мере, снизить возможные последствия немирного перехода. Потому что у нас, как известно из такой мировой социологии, чем больше социальных связей, тем больше оппозиция представлена в органах власти, тем более безболезненно происходят перемены. И чем оппозицию больше отжимают, чем больше ее изолируют от какого-либо нормального легитимного участия в политике, тем более разрушительными бывают последующие события. Ну вот на данном этапе мы в каком состоянии вообще находимся? На данном этапе у нас истерика у Единой России. Ребята понимают, что они очень сильно теряют, у них очень сильно проседает рейтинг сейчас, особенно из-за коронавируса. Одна часть общества их ненавидит за то, что они провалили вакцинацию. И сначала рассказывали всем, что, дескать, мы победили коронавирус еще до обнуления, еще в прошлом году, а сейчас раз, вторая волна, потом еще и третья волна. Уже якобы после того, как у нас мы, значит, первые в мире изобрели эту вакцину, ну да, молодцы, хорошо, но изобрели, видимо, и произвели ее, видимо, недостаточно, и недостаточно объяснили людям, что нужно прививаться. И провалили совершенно информационную кампанию. Сейчас сами все сваливают на людей и говорят, что люди сами дураки, мол, значит, у нас такое население нам. Опять народ не тот попался. Опять народ какой-то бестолковый. А с другой стороны, часть граждан России справедливо не доверяют этой власти и говорят, что ну, если они как бы Навального не смогли отравить новичком, да, изобретя его в той же лаборатории, то как они вирус-то победят? Теми же руками-то все делают. Вот криво, что, в общем, тоже имеет свой резон. В этой связи насколько высока возможность вообще у нас, что в ходе осенних выборов что-то пойдет не по сценарию Единой России? Ну, сейчас они, конечно, пытаются забетонировать все оставшееся политическое пространство и на выборы выпускают абсолютно неподготовленных новых людей. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть такой фактор, есть куча людей, которые ждали своего часа 20 лет, они ждали каких-то изменений, сейчас они понимают, что ну как бы сколько ждать-то, нужно уже выбираться, да, другого шанса не будет. И, как ни странно, российская политика, она все время прорастает какими-то новыми людьми, все время прорастает новыми именами, точно так же, как это было после истории с выборами в Мосгордуму в позапрошлом году, когда вроде как поснимали всех известных кандидатов. Там Соболь сняли, Гудкова сняли, там всех, кого там более-менее кто известен, там Галямину, Соловьева, там всех сняли. Все, значит, все пропало. Уезжаем, все, значит, ничего не будет. Тут появляются и Янчук, появляется Круглов, появляется Даша Беседина, появляется Тимонов, появляется еще масса очень, очень приличных людей, которые сейчас уже через 2 года стали тяжеловесами уже даже не регионального, а федерального масштаба. Вот это вот закапывание политического пространства, забетонирование, как помогло. Хорошо, вы выгоняете всех, кто в первом ряду, все, кто, в общем, по большому счету, там есть такая ситуация, что лидер, яркий лидер, может быть, даже мешает развитию тех, кто остается в тени. Вот вы убираете яркого лидера, там еще вырастает, и вполне это нормальная ситуация. То же самое сейчас. Но дело в том, что скамейка запасных-то, она не бесконечная, да, вот в чем проблема. Как раз. И, ну, то, что сейчас я вижу, то, что осталось на выборах, в принципе, ну, оно не внушает такого оптимизма, как могло бы быть, да, вот, но то, что осталось на выборах, в принципе, тоже может где-то выстрелить. В Госдуму они попадут вряд ли, но они имеют шансы занять хорошие позиции, там вторые, третьи места, хорошо выстрелить, себя показать, хотя, может быть, кто-то и в Госдуму пройдет, кто его знает. Но что касается региональных парламентов, там питерский ЗАГС или Московская областная дума, я думаю, что шансы есть. Там можно увидеть кого-то нового. Наталья Вячеславовна, на ваш взгляд, планирует ли власть в этом году использовать какие-то новые методы фальсификации или она ограничится старыми проверенными методами? Ну, у них сейчас 3 дня на фальсификации, раньше был 1.
И, естественно, они будут использовать все возможные способы. И что они там будут изобретать, я не знаю, я даже не хочу им подсказывать. Вот. Но нет такой подлости, на которую они не пойдут, чтобы удержаться. Они уже пошли на то, чтобы физически устранять кандидатов, на то, чтобы их сажать, заводить уголовные дела на них, на их родственников. Естественно, они пойдут на все вот эти последние 3 дня голосования. Наталья Вячеславовна, на ваш взгляд, существует ли безопасный сценарий ухода Путина из власти? Я боюсь, что Владимир Владимирович настолько себя не видит вне власти, что безопасного сценария, я боюсь, что нет. Нам придется ждать еще какое-то время, и я не верю, опять же, при всем уважении к Соловью, да, вот эти рассказы про то, что Путин болен, он бы уже умер у него 3 раза, если бы его прогнозы там Соловья забывались. Я думаю, что он не уйдет, я думаю, что он будет держаться, его окружение будет держаться, они понимают, что там и уголовные дела им грозят всем, там и, может быть, там какие-то вопросы к их имуществу. Если вдруг будет принят закон о противодействии коррупции, полноценный закон, да, который отслеживает расходы, а не только доходы. И, естественно, они будут держаться до конца. И, кроме того, они же сейчас выстроили у себя в голове новую такую российскую империю. Они же себя видят новым дворянством. Они же считают, что вся земля русская им принадлежит. Они себя идентифицируют вот с теми паразитами, которых свергли в 17 году. Они ничему не научились сейчас. Кстати, всех с 14 июля, сегодня день взятия Бастилии, как раз вот хороший юбилей-то, да? Хороший праздник. Ребята не понимают, чем заканчиваются такие игры в феодализм, тем более в 21 веке. Нельзя страну вот так вот тянуть, непонятно, да, там в какой век, там 17-й. Нельзя, ну, ребята, ну сколько можно? То есть на сегодня, на ваш взгляд, нет того человека или группы людей, которые, по мнению Путина, могли бы обеспечить ему безопасный уход? Ну, он, может быть, и хотел бы сам, да, там, может быть, где-то в глубине души, как он говорит, я устал и так далее, я ухожу. На печку. На печку, да, на печку, там, не знаю, насладиться жизнью и так далее, но он уже, ну, не тот человек, он себя идентифицирует с какой-то великой ролью, он видит себя, там, не знаю, Екатериной II, которая присоединила, там, присоединила Крым, он себя видит Алексеем Михайловичем, который заключил унию с Украиной, он себя видит, там, уж не знаю, Владимиром Красное Солнышко, он хочет остаться в истории, он хочет сделать такой вот великий какой-то шаг. И шаг этот будет осуществляться за счет нас. То есть человек хочет заслужить себе строчку в истории за счет нас. Только эта строчка будет совсем другая. Она будет не про объединителя и не про собирателя земель русских, а про того человека, который развалил остатки. Что нужно сделать Путину и можно ли что-нибудь сделать ему, чтобы восстановить или в какой-то степени выровнять свой авторитет и доверие граждан? Я боюсь, что это уже невозможно, если вдруг сейчас, допустим, наш президент скажет, помните, я вакцинировался в декабре при вас, я вот сейчас торжественно, вот показываю вам пузырек со спутником, и торжественно мне его вкалывают в руку, давайте все прививайтесь, и все побегут прививаться. Но он этого не сделает. Или, допустим, он скажет, вы знаете, я раскаиваюсь в том, что я говорил ранее. Я считаю, что я президент Российской Федерации. У Российской Федерации есть границы, закрепленные в соглашении в 1991 году. Ну, так получилось, они нам могут нравиться или не нравиться, но такой мир, вообще мир несовершенен. Поэтому уж давайте мириться с соседями, давайте жить дружно, давайте больше не будем действовать военной силой, давайте восстанавливать экономические связи, там, человеческие отношения, там, выводить войска. И как-то, да, там этот процесс, конечно, займет какое-то время, но давайте как-то вести себя как нормальная страна, а не как гопник, не знаю, в подъезде, который всем стекла бьет. Или потом скажут, вы знаете, вообще мне как человеку старой закалки, конечно, не нравится Запад. Конечно, он там, я не могу как-то в себе преодолеть, все равно, да, я там языков не знаю, может быть, я старый дедушка, но знаете, как-то все-таки нам придется жить в новом мире, и как-то нам придется с вами дальше взаимодействовать с этими странами,
И как бы, ну, ради того, чтобы россиянам было лучше, я преодолею свои личные комплексы по отношению к Западу, и пойду обратно с ними дружить. Приходите к нам все инвестиции, давайте строите заводы, давайте вместе бороться с этими афганскими террористами, которые, между прочим, сейчас уже угрожают там южным границам, да. Ну, давайте дальше как-то продолжать. Да, у нас там будет взаимное недоверие, да, у нас какие-то исторические разногласия, но, тем не менее, нам нужно их преодолевать ради развития. Скажет он это? Нет, конечно. Ну что мы чудес-то будем ждать с вами? То есть он, по сути дела, находится в таком тупике, получается, да? Ну, мы вступаем в такую окончательную стадию царствия. Вот царствие подобного рода людей, которые начинали за здравие, заканчивали за упокой, их довольно много. Вспомнить того же Александра Первого, да, дни Александрова «Прекрасное начало», и чем он закончил. Закончилось Николаевской реакцией потом. Они испугались сами вот этого свободолюбия, которое они разбудили. Или чем там закончилось царствие прекрасного Александра Второго. Закончилось, опять же, оно подавлением инакомыслящих, и закончилось оно в итоге взрывом. И, опять же, реакцией Александра Третьего. Вот то же самое сейчас, но просто это как бы он реакцию осуществил своими руками. Там-то они как бы в четыре руки делали, а здесь как бы в одно лицо, там тоже хорошо. Или, кстати, там, если уж из аналогии, давайте польстим Владимиру Владимировичу и вспомним Людовика XIV, который вот этот «государство, это я». Начал-то за здравие, в общем-то, там реформы проводил. Там. Он же срыл стены Парижа и построил там бульвары. Сказал, что нам больше некого бояться, нам больше не нужны заборы. Кстати, тот первый борец с заборами — это Людовик XIV. Чем закончил? Закончил, опять же, реакцией, закончил каким-то мракобесием, обращением там, в какое-то совершенно вот это католическое какое-то безумие, там с его этой третьей женой совершенно вот такая Мизулина была. То есть, кстати, Путина, женившегося на Мизулиной. Вот, и они там вдвоем, значит, закручивают гайки. Примерно то же самое было в последней части царствия Людовика XIV. Вот. Ну и чем оно закончилось, как бы, опять же, всех 14 июля. Ну, как бы там через какое-то время, да, хотя всем казалось, что, в общем, все нормально, как бы все прекрасно. То есть есть сейчас, вот, допустим, раздражение, или его нет в окружении Путина, его действиями? Ну, раздражение, конечно, есть. Есть раздражение общей ситуации, есть раздражение какими-то конкретными, не знаю, там, нападками на бизнес. Есть раздражение, кстати, с мерами, связанными с коронавирусом, потому что они, очевидно, применяются не ко всем. То есть там Петербургский экономический форум проводить можно, да, а кофейню, там, в кофейню ходить без QR-кода нельзя, да, нормально так, в третью волну. А есть раздражение крупного бизнеса, который теряет международные контракты, или там последний выдающийся случай со вкусвиллом, который хотел понравиться своей целевой аудитории, и который хотел понравиться международным инвесторам. Вроде как хорошо, что русский бизнес идет за рубеж, да, там как-то мы продвигаем русскую культуру, там это мягкая сила, мы показываем свое человеческое лицо, показываем, что мы там за здоровое питание, за экологичные продукты. И тут приходят нам черносотенцы и говорят, значит, нельзя, уберите вот конкретно вот эту фотографию, вот эти оставьте, а вот эти вот фотографии с четырьмя людьми уберите, они нам не нравятся. И тут, значит, большая компания, всероссийская сеть с международными амбициями встает на задние лапки и говорит, извините, дорогие товарищи, убираем, обидев тем самым свою целевую аудиторию, да, наступив себе же на хвост. Ну, потому что мракобесы же не будут туда ходить покупать эти здоровые продукты. Здоровые продукты покупают люди, в общем, достаточно прогрессивные, которые, ну, достаточно спокойно, даже положительно отнеслись к показу вот этого разнообразия клиентов их. И как бы, и что? Ну, это плюс российскому бизнесу или нет, вот это все мракобесие? А если в следующий раз там какая-нибудь компания что-нибудь не то выпустит, вплоть до того, что они там начнут продираться, там у кого там голые коленки смотреть, там, у кого там ребенок без панамки, что им еще там в следующий раз не понравится? Кто его знает?